Компания «Лояль» не перестает удивлять. 24 сентября в ночном клубе «Студио» прошла ночь «Синдола». Целью этого праздничного события стала презентация обновленной серии по стайлингу и уходу за волосами. Однако организаторы решили отойти от привычных норм и вместо сухой конференции создали настоящее зажигательное шоу. Все присутствующие смогли насладиться последними достижениями парикмахерского искусства. Наше мероприятие «Ночь Синдолы» было посвящено тому, чтобы, конечно, показать все самое новое, что сейчас есть в мире парикмахерского искусства с точки зрения Индола. Естественно, презентовать новую серию по уходу и стайлингу, потому что серия полностью обновилась, и это очень интересная серия, которая, в принципе, найдет, я думаю, своих сторонников, найдет своих клиентов, найдет своих любителей. И эта серия, она отличается тем, что в ней есть как линии по уходу для абсолютно каждого человека, так и, конечно, стайлинг на все случаи жизни, на все как бы направления, на все желания и так далее. Ну и, конечно, мы не хотели это сделать просто в виде какой-то банальной сухой презентации. Нет, мы это хотели сделать в виде шоу, чтобы всем было весело, с конкурсом, ну и, конечно же, награждениями победителей. Уже на протяжении 3 лет, благодаря Маргарите Диарди, мы имеем уникальную возможность работать с таким превосходным брендом, как Indola Profession. Он включает в себя очень богатый ассортимент по уходу за волосами и очень шикарный стайлинг. Мы работаем на юге уже 3-й год, очень много клиентов у нас и очень много продуктов, таких, которых аналогов нет, например, в Шварцкопе. Люди довольны, и я считаю, что благодаря новым тенденциям, новым новинкам мы узнаем еще больше о парикмахерском искусстве. И надеюсь, что сегодняшний вечер те новинки, которые нам подготовила компания Indola, порадуют наших клиентов, и в дальнейшем мы будем с радостью работать в этой продукции. Кроме того, были конкурсы, выступления иллюзиониста, кабаре-шоу и награждение самых активных специалистов, работающих на продукции Индола. Честно, я не знала, что будет конкурс. То есть мы просто работали, мы просто занимались своим любимым делом. Мы просто уже когда конкурс закончился, мы узнали, кто победители. Нам не говорили, что вот именно будет конкурс, именно что-то будет. Мы просто работали. Вот это получилось в результате того, что... я считаю, что это самый честный конкурс. Участвовали все, кто хотел, кто пользуется этой продукцией, кому нравится эта продукция. И что самое важное для нас, у каждого из нас есть какие-то ожидания. И особенно к красоте, особенно к тому, что мы делаем, потому что мы любим свое дело, мы его обожаем, мы радуем людей, мы радуем себя от того, что мы делаем. И когда наши ожидания оправдываются, особенно когда они оправдались Индолой, это великое счастье, великая удача, потому что, в принципе, очень хорошо, когда мы попадаем там, где нужно, когда нужно, и встречаем тех людей, которые мы должны встретить. Ну, подобного рода конкурсы уже проводятся не первый раз. В прошлый раз я была победителем, взяла 1-е место. Ну, 2-е место – это тоже неплохо. Компания очень хорошая. Приглашенные гости ознакомились с новой осенне-зимней коллекцией марки Levi's, которая стала партнером презентации «Ночь Синдола». Изюминкой вечера стал искрометный номер горячих ребят из Dance Studio Space. В общем, вечер дался на славу. Будем с нетерпением ждать продолжения.